Он стал таким желчным, таким невыносимым. Так измениться ты просто не представляешь. Мне тебя жаль. С другой стороны, его напечатают, станет известным, поедет в Москву. Я читала его вполне приличные стихи. Милая моя, развлекать людей это не дело. Вообще все поэты, голодранцы и алкоголики. Алёня, я всегда с ума схожу, когда у него полеты. Вот и сейчас роди ему детей, он их оставит сиротами. Кому я буду нужна? А? И наверх. Не волнуйся, женам военных платят хорошую пенсию за детей, вроде алиментов. Причем чем выше звание, тем больше денег. Алёнь, скоро дадут капитана! Наверх! Прыжок! Кувырок! Потом он интеллигентный человек. Добрый, отзывчивый.